Едва в Сочи успел отгреметь кинотавр, как вслед за ним открылся другой кинофестиваль. Во вторник «Плёс» принимал гостей «Зеркало». Звезды мирового кино, режиссеры, сценаристы уже 7-й год подряд приезжают на Ивановскую землю. Но в этот раз фестиваль особенный. На родину в Юрьевец возвращен архив Андрея Тарковского. Это событие мирового масштаба. Теперь ивановцы смогут познакомиться с документами великого режиссера. Новое очертание в этом году приобрела статуэтка «Зеркало». Презентовал ее президент фестиваля Павел Лунгин. В нем есть зеркало, в нем есть крыло, одно взлетающее, и отражение этого крыла дает нам взлет и полет. Это некоторый образ, который, мы надеемся, был бы по душе Тарковскому. По-новому осмыслена сама концепция фестиваля. Много зарубежных режиссеров, чье творчество, так сказать, не для всех. Скорее, для зрителя утонченного и немного привередливого. Мастера следуют традициям авторского кино, что особенно ценно в контексте фестиваля, который носит имя Тарковского. В конкурсной программе 10 фильмов. Практически все создатели представят лично. Российских сериальных лиц в этом году откровенно мало. Нет и красной дорожки. Сейчас пошел ливень, который, может быть, и действительно испортил бы красную дорожку, но посмотрим, может, будет на закрытии красная дорожка. Но я, честно говоря, сторонник красной дорожки, поскольку это фестивальная традиция. Пикет коммунистов во время кинофестиваля – традиция, характерная исключительно для «Зеркала». Красный десант высадился на центральную площадь «Плёса» еще до начала церемонии открытия. Потом оппозиционеры рассредоточились вдоль набережной. И стойко во имя идеи переносили все сюрпризы непогоды. Окружающим коммунисты не мешали. Церемонию открытия провел Леонид Ермолик. Со сцены ведущему предстояло не только шутить. Самый трогательный и ответственный момент – вручение спецприза. В этом году ушел кинорежиссер, которому собирались вручить эту премию лично. Кинорежиссер, который ушел от нас 21 февраля этого года. Специальный приз кинофестиваля за выдающийся вклад в киноискусство в этом году присужден Алексею Герману посмертно. Вручить награду родственникам в «Плёс» приехал бывший министр финансов, друг режиссера Алексей Кудрин. Мы с Алексеем Юрьевичем Германом были большими друзьями, и замысел его последней картины «Трудно быть Богом» мы обсуждали вместе еще до начала, когда мы еще только собирались эту картину снимать. Он мне показывал первый сценарий этого фильма. Жаль, что его сегодня нет. Мне кажется, что отец, собственно говоря, в любом случае был бы счастлив, потому что зал полон его друзьями, моими друзьями, как Леша Федоченко и Сережа Возница. И полон, на мой взгляд, достойными, замечательными людьми. Председателем жюри в этом году выбрали Клауса Эдера, немецкого кинокритика и писателя. От России оценивать конкурсное кино будет Сергей Лозница. В прошлом году на «Зеркало» он приехать не смог, несмотря на то, что стал обладателем гран-при за фильм «В тумане». Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.